Во время приема граждан, организованного в День Конституции, к министру здравоохранения обратились жители северо-западного района столицы. Они утверждают, что каждое утро у северной поликлиники собираются большие очереди на прием к докторам. Сегодня утром министр Владимир Викторов лично отправился в лечебное учреждение, чтобы проверить, так ли это на самом деле. На часах 6 часов 55 минут и на крыльце северной поликлиники, кроме нашей съемочной группы, никого. Давайте посмотрим, что происходит внутри. В фойе стоит человек 10. 7.05. Около регистратуры и гардероба очереди нет. Администратор Галина Грязнова рассказывает, это обычная ситуация для этого времени. Они в любом случае приходят в 7 утра, каждый день. Ну, в большинстве случаев они приходят для того, чтобы сдать анализы в 7 утра. Ну, понятно, все, в 7 утра. Вот видите, сейчас в регистратуру пока никого нет. Где-то с 7:30 начинается поток, когда начинают уже приходить к специалистам. Запись к узким специалистам начинается в 7 утра и продолжается до 8 вечера. Но многие стараются прийти пораньше, чтобы быть первыми. Сегодня во сколько пришли? Вот вчера мы были на приеме. Жители северо-западного района сказали, что рано-рано надо приходить для того, чтобы записаться. Да, да, мы всегда рано приходим. Иногда 6 часов я прихожу к эндокринологу, например, не попасть. Месяц надо стоять в очереди. А у нас запись только с утра идет или целый день идет? Обычно понедельник у нас. Нет, обычно. Эндокринолог у нас на каждый день. Сейчас мы каждый день записываем. На часах 7:10. Процедурный кабинет. Пациенты у дверей не засиживаются. Нисколько не ждала. Ну вот смотрите, мы с 7, а до скольки принимают? По-моему, до 8 или до 9, я даже не знаю. 9 было прийти. Можно было, если до 9, конечно. Ну, вот вы в очереди так сильно не стояли. Да нет, даже 5 минут не стояла. В среду очереди с утра не было, но если жители, прикрепленные к этой поликлинике, жалуются, то меры нужно принимать, заметил министр здравоохранения. Мы должны не только с утра записывать, мы должны целый день на перспективу записывать. Есть три вида записи. Телефонная запись, самозапись, когда приходят пациенты, ну и электронная регистратура. Есть администрация учреждений, в ручном режиме все это должно управляться. В принципе, ведь если вы так знаете, те, которые все время обращаются сюда, они прикрепленные, люди же знают их. Есть контактный телефон, в любое время можно отзвониться, сказать или перезаписать, если какие-то вопросы возникают, или заболел там доктор, или ушел на учебу, в крайнем случае, да? Все элементарно решается, я думаю, разберемся, примем управленческое решение для того, чтобы перспективы минимизировать то, что есть сегодня. Справедливости ради надо отметить, очередь, на которую жаловались посетители, была не в обычный день, а в день открытых дверей, когда северная поликлиника работала по другому графику. Министр посоветовал внимательно изучить поток пациентов и составить оптимальное расписание. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.